отель Палома Грида, Белек, 5 звезд. Очень интересная архитектура. Отель выполнен в виде башни. Очень высокая. Башня зеленая, она поросла плющом. Очень красиво смотрится, оригинально. Очень интересная архитектура. Под открытым небом, как будто город внутри. Стандартный номер отеля Палома Грида, 5 звезд, Белек. В номере есть телевизор, мини-бар, стул, балкон. Здесь двухспальная кровать и односпальная. Также ванная. С душевой кабиной. Есть фен в наличии. Номер уютный, комфортный. Lake Villa. Отель Палома Грида. Спальня. Сам номер 50 квадратных метров. Здесь ванная. И душевая кабина. Это гостевая комната. Балкон и выход к бассейну. Сейчас идем по территории отеля Палома Грида, 5 звезд. Здесь магазинчики. Очень интересная архитектура, французские балкончики. Кажется, что отдельный город внутри отеля. Торговые ряды. Стиль мне очень нравится. Такой он необычный, отличается от других отелей. Амфитеатр для проведения вечерних анимаций. Бассейн. Вокруг шезлонги. Вокруг
территория Палома Грида. Есть большой аквапарк для взрослых и для деток. И сейчас спустимся вниз. Итак, мы возле бассейна. На финишной прямой к морю. Много отдыхающих сейчас здесь. Отель заполнен на 88%. Территория большая, зеленая. Хочется отметить, что много пальм и цветов. Пляжи в Белеке самые лучшие в Турции. Широкие, песчаные. Еще один ресторан у воды. Можно также загорать на шезлонгах возле моря. Есть снэк-бар на пляже. Есть также пирс, кабана. Футбольное поле для активных туристов. Очень красивая кабана. Кажется, что на тропическом острове. Территория детского мини-клуба. Много развлечений для самых маленьких. Мини-клуб очень большой по размеру. Здесь много активностей, аттракционов. Honey, come inside, please. Детям здесь точно не будет скучно. Это клуб для тинейджеров. Здесь есть бильярд. Футбол. Видеоигры. Также есть кинотеатр.